помнишь, что должен мне 20 баксов? Да, зря я тогда ставил против Уя. А что? Ну что, на борт? Главное, пристегнитесь, а там я разберусь. Берегись! Если вы не хотите взорвать нас ко всем чертям, будьте осторожней. Итак, мы внутри настоящего НЛО. У нас мало времени. Да. Узнайте, нашел Уир координаты или нет. Если что, я готова к вылету. Очень надеюсь, док, что ваши выкладки не подкачают. Я тоже на это надеюсь. На кону не только ваша жизнь. Я не хотел бы умирать так далеко от дома. Впрочем, скольким ученым выпадал шанс увидеть иные миры? Главное, мы будем умирать не далеко от дома. Ради него. Да, это звучит немного бодрее. Теперь мы сможем драться на их земле. Мы проникнем к ним, в самый центр их сети и навсегда разъединим наши миры. Вопросы есть? Вы определили, где находится центр мозаики? Да, мы отследили. О, боже мой, Фолк! Это еще что? Мирных переговоров не будет, Анжела. Я остановлю истока, раз и навсегда. Вот это да! Да-да, мы создали самую летучую фракцию Лерия, но это только часть дела. Затем мы... Господи, эта штука прикончит не только Истока, но и всех нас. И такое возможно. Но если так мы остановим войну, пускай. Сразу после установки мы взлетаем. Готовьте корабль к вылету. Перед нами. Осталось повернуть. Не зевать, Барнс. Скоро будет зона детекторов. Мы уже в зоне. Генрих придумал классную штуку. Но с невидимостью, да. Насчет чудовища у нас под брюхом я пока не уверен. Бомба сработает, как задумано. Должна. Они выстроили базу под озером. Держись! Так внутрь не попадешь. Дыра уже закрылась. Так раскроем ее. Именно. Садимся. Ладно, Картер. Если мы собираемся пройти через эту дыру в плотине, придется отключить систему безопасности. Это врата Венна. Это не совсем врата Венна. Судя по данным, врата Венна спрятаны за плотиной, под водой. Вероятно, они используют энергию плотины, чтобы поддерживать защитные системы ворот. Понятно.
Значит, надо отключить систему безопасности. Есть идеи, как это сделать? Уир разбирается со схемой плотины. Начинайте с главного входа. Пройдите через нижний двор. Исток. Вот кто нам нужен. Похоже, он собирался удрать. Вы что, глухие? Он начинает последнюю фазу их военного плана. Он говорит о начале конца, черт их дери. Сосредоточьтесь на этом! Принято! Сосредоточьтесь на этой цели! Бью по вашей цели! Тут чисто! Идем дальше! Здесь мину. Мина заложена. Нам нужны ракеты. Быстро! Тут нужен щит. Есть щит. Ракетная турель готова к бою. Глот в деле. Запускаю дрон. Вверх. А вот и щиты!
Нам двигаться, штурмовик! Ракетную турель туда! Ракеты готовы! Спрячьтесь вон там! Закладывайте мину! Это твоя цель! Прицелись получше! Меняю точку! Глот! Подвигаюсь! Нужна защитная сфера! Сбейте его! Прием по вашей цели! Мина установлена! У них щиты! Щит поднимается! Он вызывает подкрепление! Господи, что это со мной? Что-то мне хреново! Сейчас будет лучше! Алло? Это правильно. Наш глот у них! Еще чуть-чуть. Что агент происходит? Прикройте его! Он штампует этих тварей! Защиту! Сюда! Уже иду! Размещаю дрон! Минируйте это место! Может, подлечите меня? Ставь ракетную турель! Ракетная турель готова к бою! Тут нужен щит! Вверх! Есть щит! Забрались! Прикончить его! Этот мой! Запускаю стимуляторы! Командир! Командир! Он в огне! Получай! Ходу! Щиты сбиты! Вали его! Укрытие! Они подходят! Сейчас этот последний!
Волк, куда теперь? Вам нужны основные генераторы объекта. Они прямо перед вами. Спасибо, агент Уивер. Что это за хрень? Защиту! Сюда! Двигаюсь! Ракетную турель туда! Закладывайте мину! Давайте глота! Наш дрон пошел! Защиту! Сюда! Вас понял! Начинай начать! Готовы! Мины установлены! Ракеты перегружены! Больше некуда! Откуда-то пошел! Мощный заряд! Что это? Как такое? Генераторы прямо под нами. Вы были правы, какие-то штуки прикреплены прямо к турбинам. Там должно быть три рубильника и один основной. Чтобы отключить генераторы, надо вырубить их все. После этого силовое поле ослабнет, и мы сможем его пройти. Принято. Отлично. Еще два. Размещаю дрон! Ставь здесь мину! Мина заложена! Нам нужны ракеты! Быстро! Осторожно! Поднимаю! Ракетная турель готова к бою! Ракетная турель подбита! Идем дальше! Ракетная
Подчините разум врага. Заставьте его сражаться за вас. Внимание! Сильная боль оборвет вашу связь раньше времени. Мало времени, джентльмены! Он вызывает подкрепление! У нас гости! Командир! Давайте за укрытие! Иду! Ставь ракетную турель! Минируйте это место! Уже иду! Нужна защитная сфера! Сейчас будет дрон-помощник! А вот и Глоб! Попробуем порыться в твоих мозгах! Ракеты готовы! Берегись! Щит поднимается! Щиты сбиты! Вали его! Ракетная турель подбита! Я буду твой! Мы пробили его щиты! Провались! Они закрылись! Включились запасные. Отключите последний генератор, и запасным не хватит мощности. Спрячьтесь вон там! Ракетную турель туда! Закладывайте мину! Они наступают! Глот в деле! Видите укрытие? Санитар! Держитесь там! Встать! Спасибо. А вот и щиты! Сейчас будет лучше! Нам пора взбодриться! Вот и стимуляторы!
Вверх и в сторону! Тут нужен щит! Подними же его! Я уже иду! Наш дрон пошел! Сейчас начнется! В порядке! Осторожно! Они сейчас нас выбьют отсюда! Агент ранен. Слушаюсь. Поднимаю. Сосредоточьтесь на этом. Понял. Навожусь на цель. Сбейте его. Это твой. Прикончим этих ублюдков! Нужно отключить эти штуки! Вас понял. Теперь он наш лучший друг. А вот и Глот! Вверх! Нам нужны ракеты, быстро! Ракеты готовы! Минируйте это место! Поставьте щит туда! Щит поднимается! Мины установлены! Здесь мину. Мина заложена. Размещаю дрон. В атаку. Бью по указанной цели. Это твоя цель. Это последний.
Готово, Картер. Защита снята. Мы идем внутрь. Что теперь? Запускаем двигатели и идем через плотину. Хорошо. А я? Картер, вы должны найти путь к вратам Венна. И поскорей. Нас ждет сильное сопротивление. Долго ждать мы не сможем. Я приду. Сосредоточьтесь на этом. Прицелись получше. Это твоя цель. Сейчас уберу его. Красота. Давайте, Глота. Запускаю дрон. Цель уничтожена. Док, куда теперь? Ну, я полагаю, вниз. Судя по всему, объект чужих где-то под плотиной. Спасибо, док. Вперед, парни. Идем вниз. Глядите, эти сукины дети зачетные. У нас гости! Контролирую. Они подходят. Жду приказа. Здесь все чисто. Картер, вы должны знать, вы чертовски хороший агент. Если кто-нибудь доживет до завтра, то только благодаря вам. Это что, панегирик? В каком-то смысле. У нас не будет другого шанса. Если мы не справимся, мы потеряем нашу планету. Значит, надо справиться. Мы уничтожим мозаику и разберемся с истоком. То есть захватим его браслетом. Исток нам нужен живым, чтобы по возвращении продолжить исследование. Не факт, что мы вернемся.
Это факт, директор. Это не русский. Ты их видел? Это же русские тяни. Ну вот, ты переволновался. Наверное, это русский в газ. Но теперь все в порядке. Если хочешь... Каким трудом сюда забрались? Фанатизм же передается через воду. Уже заткнись, а. Сюда, через стену. Конечно. Сказать можно что угодно. Командир, что там? А вы не слышали? Отлично. Похоже, босс услышится голоса. Вот и серые ублюдки подвалили. Планета. Они не дерутся. Испугались. Это рабы. Похоже, бедолаг заставляли строить эти ворота. Так что, жалеть их теперь, что ли? Идем дальше. Если мы не окончим эту войну, сами окажемся здесь раньше или позже. Я лучше сдохну, чем стану рабом. Они нас не видят. Под озером. Думаю, они бы не хотели, чтобы мы все это видели.
Надеюсь, мы нашли его вовремя. Если исток доберется до нас раньше, чем мы до него, это конец. Отлично, Картер. Прорвались. Получилось. Еще не все. Меня беспокоит следующий этап. Стойте, что это? Нет, черт! Врата Венна закрываются. Их отключили. Без паники. Картер, система управления вратами где-то в том зале. Сейчас разберусь. Вперед! Мы почти на месте! Фантомы! У нас гости! Ставь ракетную турель! Закладывайте мину! Ракетная турель готова к бою! Теперь он наш лучший друг. А вот и Глот! Наш дрон пошел! Мины установлены! Укрыться! Вас понял, начинаю движение! Собрались! Вали, ублюдков! Встречайте гостей, засранцы! Подлечите меня что-нибудь! Они закрылись! О нет, на склон! Алло! Ходу! Сосредоточьтесь на этой цели! Этот мой! Это твоя цель! Этот мой! Объект уничтожен! Цели уничтожены! Мы идем за тобой, Исток! Слышишь меня? Приехали. Мы в самом сердце их мира. Боже мой. Потом посмотрим. Сначала надо победить. Отлично. Возвращайтесь на борт и покончим с этим. Глот пошел! Беру его под контроль. Контакт! Ракетную турель туда! Ракеты готовы! Они там хорошо засели! Всем пора всмотреться! Вот и стимуляторы!
Тут нужен щит! Есть щит! А вот и щиты! Есть! Что-то мне не Навали! Отглот у них! Раненый! Сейчас будет дрон-помощник! Вверх! Мы пробили его сейчас от Флорида! Эти дроны – полезная штука! Не сбавляем темп! Контроль над целью потерян! Минируйте это место! Мина заложена! Сосредоточьтесь на этом. Бью по указанной цели. Их оттуда так просто не выбьешь. Сосредоточьтесь на этой цели. Принято. Чисто! Идем дальше! Неплохо, Картер. Еще не все кончено. Но спасибо. Почти что. Нас не видят. Пока. Но они будут искать нас. Лотер наведен на цель. Вижу цель. Все путем. Ввожу координаты. Все знают, что делать. Мы идем к центру сети Мозаики и устанавливаем бомбу Генриха. Мы идем к центру сети Мозаики и устанавливаем бомбу Генриха. Верно. А я тем временем разбираюсь с истоком. Не забудьте, Картер. Ваша задача — захватить истока с помощью браслета и доставить на Землю живым. Я сделаю все, что смогу. Слушайте, может, просто пройдем через эти ворота? Он прав, доктор. Исток уже... Превосходно. Должен быть еще один. Черт. Док, потом поговорим. Ха-ха-ха!
Минируйте это место. В атаку! Это твой! Меняю точку! Поставьте щит туда! Понял вас! Выдвигаюсь! Собрались! В атаку! Вижу цель! Щит поднимается! Ловит симулятор! Силу делаю! О, сука! Мне нужна помощь! Глот в деле! Наш дрон пошел! Закладывайте мину. Мина заложена. Вверх и в сторону. Попробуем порыться в твоих мозгах. Прикончить его. Понял вас. Сейчас будет лучше. Это правильно. Ложись! Иду! Уже двигаюсь! Контроль над целью потерян! Мы потеряли дрон! Сделано! Щиты! О! О, нет! Наш дрон! Эти твари в броне! Нам нужны ракеты. Быстро! Ракеты готовы! Размещаю дрон! Давайте глота! Тут нужен щит! Есть! В атаку! Щит, понял! Минируйте это место! Мина установлена! Всем пора всмотреться! Прикончить его! Бью по вашей цели! Запускаю симуляторы! Щит снят! Я его контролирую. Закладывайте мину. Мина заложена. Вверх! Это твоя цель. Принято. Осторожно! Утон!
Ставь ракетную турель! Ракетная турель готова к бою! Ставь здесь мину! Запускаю дрон! А вот и глот! Мина установлена! Нам пора взбодриться! Вот и стимуляторы! Сосредоточьтесь на этом! Этот мой! Прикончить его! Бью по указанной цели! Попробуем порыться в твоих мозгах. Не сбавляем темп! Можете заглушить этот голос? Голос? Мы ничего не слышим. Может, эта мозаика пытается связаться с вами? Каким образом? И почему со мной? Интересно. Но этот вопрос может подождать. Исток. Вот и пленник. Что здесь происходит? Чего ты от меня хочешь? От тебя ничего. Нам нужен демон внутри тебя. Так вот в чем дело. Этот демон веками скрывался на вашей планете. Ждал. Готовился открыть себя. Портфель. В Грумрейнже. Что там было? Наш приход пробудил его. И он нашел носителя. Тебя.
Кто ты? Когда-то я, как и ты, был пленником демона. Я отверг его и заставил служить мне и моему народу. И я привел народ в наш новый мир. Нет, умник. Ты привел народ в мой мир. Картер, как вы? Демон? А, не понимаю. Картер, браслет сработал? Вы захватили истока. Исток уже не важен. Как так? О чем вы, Картер? Пусть горит. Нам нужен не он. Мозаику питает нечто иное. И я сейчас это заберу. Отрывается. Пленник, хватайте пленника. Барнс! Слышу вас, я вас засек.